Улица Пирогова, дом 8Б. Новый, свежевыкрашенный фасад, уютный дворик и тихий микрорайон. Здесь раньше располагался продуктовый магазин, поэтому есть отдельный вход, а внутри сохранился приличный ремонт. Здесь чисто, тепло и сухо. Подведены все коммуникации, есть санузел. Это помещение площадью более 54 квадратных метров на первом этаже выставлено на аукцион. Начальная цена всего $12 700. Помещение стало довольно-таки в очень приличном состоянии, ухожено, порядок здесь, ремонт сделан был, значительный ремонт, видно, что плитка осталась хорошая, и коммуникации все подведены. То есть в дальнейшем можно дальше продолжать использовать его как магазин, а при желании можно его перевести в жилой фонд и переделать квартиру, которая тоже имеет довольно много своих преимуществ. Здесь есть прилегающая территория, которую можно рассмотреть, тоже какие-то довольно-таки интересные пристройки сделать. Хотелось бы, чтобы нашлись здесь желающие, которые приобрели бы этот объект и могли бы использовать его по разным назначениям. Огромное помещение бывшего магазина в микрорайоне Северный за бесхозные годы лишилось дверей и стеклянных рам. Но и оно по-своему привлекательно. Микрорайон развивается. Северному в последнее время уделяют особое внимание. На площади почти в 225 квадратных метров можно открыть большой магазин или предприятие, причем в свободной экономической зоне. А это значит, что налогов здесь придется платить меньше. Данный объект, который расположен на микрорайоне Северный, улица микрорайон Северный, дом 1А, а торги у нас назначены на 22 октября. Значит, стоимость, начальная стоимость объекта 50 205 долларов. Данный объект расположен в экономически свободной зоне, то есть преференции для производственников. Возможно рассмотрение вопроса по переводу данного объекта в жилое помещение. Использовать его можно. Ранее это был продовольственный магазин, то есть как вариант можно его использовать так же, как продовольственный магазин. Можно под какие-то производственные помещения. Здесь вокруг бывшего теплопункта на БАМе паркуются авто. Готовый гараж или склад, говорят члены комиссии по приватизации. Отдельно стоящее здание за магазином «Реал» по улице Братская также выставлено на аукцион. Площадь 64 квадратных метра. Начальная цена чуть больше 9 тысяч долларов. Данный объект расположен в жилом массиве, находится на балансе МУП «Бендеры Теплоэнерго». Здание 1976 года. Начальная стоимость, по которой выставлен объект на торги, в данном случае определен способ приватизации, это аукцион, 9121 доллар. Тут есть из коммуникации, тут есть отопление, коммуникация, водопровод, но они отключены. Задаток 5500 рублей, шаг аукциона 1100 рублей. Торги назначены на 22 октября, срок приема заявок по 16 октября. Еще один объект, расположенный в жилом доме, ждет своего собственника. Помещение в пятиэтажке по улице Дружбы, 10. Здесь раньше был магазин, поэтому имеется два отдельных входа. Находится в оживленной жилой зоне. Рядом и школа, и садики, и рынок. В экологически чистом районе. Имеет транспортную доступность. Площадь более 137 квадратных метров. С подвалом в 96 квадратных метров. Возможен перевод в жилой фонд. Всех заинтересованных лиц приглашают принять участие в аукционе, который состоится 22 октября. Напомним, что прием заявок до 16 октября. По вопросам участия в конкурсе либо в аукционе обращаться нужно в государственную администрацию, управление муниципального фондового имущества. Телефоны 230-21, 233-85, кабинет 414-416. То есть желающие могут подойти к нам, мы объясним саму процедуру подачи документов. Желающие ознакомиться также с технической документацией, такая есть возможность, предоставим технические паспорта, ознакомиться. То есть, пожалуйста, принимайте участие. Лариса Тарабина, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.